Знаменитой «Таганке» сегодня 60. Малоприметный московский театр драмы и комедии вывел на первые страницы газет наш земляк Юрий Любимов. Он покинул Ярославль, когда раскулачили его деда, однако разрешил вступить на его территорию нашей съемочной группе. Сначала в 2007, а потом в 2011. Долгие годы театр значился самым авангардным и популярным местом столицы. 60 лет назад премьера главного режиссера Юрия Любимова «Добрый человек из Сизуана» взорвала Москву. Спектакль стал визитной карточкой Таганки. Театр взрастил многих талантливых артистов. Его история соткана из судеб Леонида Филатова, Ивана Бортника, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина и, конечно же, Владимира Высоцкого. Каждый спектакль любимовской Таганки волновал не только российский театральный мир, но становился событием планетарного масштаба.